Две пирамиды, одна судьба. Американцы обвинили основателей криптовалюты OneCoin в создании финансовой пирамиды, похожей на запрещенную российским ЦБ Кэшбери. В пятницу суд в США арестовал управляющего директора OneCoin болгарина Игнатова. Его жену задержать пока не удалось. Как они действовали? В пятницу суд в США арестовал управляющего директора компании гражданина Болгарии Константина Игнатова. По версии следствия, он и его супруга Ружа Игнатова организовали пирамиду под видом продажи криптовалюты, используя методы сетевого маркетинга. Менеджеры компании продавали, в частности, пакеты услуг, уверяя клиентов, что они получают криптовалюту, которая добывается на серверах компании. Ну, на деле сделки по OneCoin не отражали в созданной компанией блокчейн-системе. К этому моменту, по версии американского следствия, компания получила прибыль в размере более 2 миллиардов евро. OneCoin практически повторяет судьбу российской криптопирамиды Кэшбери, которая впоследствии была запрещена ЦБ, говорит представитель компании Крипвайзер Роман Забуга. Кэшбери – это вообще абсолютная МММ в крипте. Я не понимаю, как люди туда, в принципе, приносили деньги. Но, видимо, история ничему нас не учит. Или же туда занесли деньги вот то поколение, которое не застало как раз-таки МММ. Надо еще сказать, что очень много проектов, которые листили совсем небольшие деньги в 17-м и даже в 18-м году. То есть там по несколько сотен тысяч долларов. Я думаю, что этот пласт проектов, они, в принципе, ну, скорее всего, просто для сбора денег, чтобы потом прожить какое-то время безбедно. Вот, или купить, не знаю, Lamborghini себе. Чтобы покупать уже существующую монету, нужно в первую очередь смотреть, на каких биржах она торгуется. Ее объемы и количество заявок на покупку-продажу. Это три показателя, которые позволят вам сделать какие-то выводы, нужно ли покупать эту монету или нет. Роман Забуга, супругу главы OneCoin Ружа Игнатова, властям США пока задержать не удалось. Несмотря на то, что Константина Игнатова арестовали только сейчас, СМИ давно подозревали OneCoin в мошенничестве. О том, что проект имеет признаки финансовой пирамиды, издание CoinTelegraph писало еще 4 года назад. Позднее запрете операции с компанией объявили финансовые регуляторы Венгрии, Австрии и Таиланда.